Здорово, чуваки! Это обзоры от mob.org и я, Трэш. В сегодняшнем выпуске есть чем поживиться. Итак, к вашему вниманию. Пошаговые ходячие. Симулятор симулятора. Детские игрушки. Типа покемоны. И возвращение героев. Поехали! The Walking Dead No Man's Land — это великолепная пошаговая RPG-стратегия в стиле героев, основанная на сюжете одноименного телесериала. История начинается со знакомства группы выживших с Дэрилом, который на первых порах будет обучать вас и поддерживать в бою. Ты сможешь построить убежище, медпункты и лаборатории. Отправляясь в рейды, ты будешь помогать выжившим и находить провизию для содержания своей общины. Помимо пошаговых сражений и развития лагеря, здесь есть множество мини-игр, открывающих не только новое снаряжение, но и дневники создателей сериала и разработчиков игры. Тебя ждет великолепный сюжет с множеством видеороликов, увлекательный геймплей и крутая графика. В общем, здесь есть все для настоящего поклонника серии. Range Shooter — это симулятор симулятора боевых действий. Каждый уровень — это стрельбище, организованное в различных условиях, которые ты будешь грамотно обстреливать под руководством различных тренеров. Тебя ждет 5 режимов игры, огромный арсенал оружия, богатое разнообразие целей, от передвигающихся мишеней разного типа до реальных бойцов симулятора. Получай каждодневные бонусы и подготовься к анонсированному мультиплеерному режиму. В жопе детства заиграла? Тогда Fantastic Plastic Squad — это игра именно для тебя. Безумный экшен от третьего лица за персонажей пластиковых игрушек золотого века. Добро пожаловать в 80-е! Бери любимую игрушку и вперед на защиту дома. На твой выбор предоставлены лучшие бойцы со всей комнаты. Героический солдат Кибер Сквад, благородный робот Хиробот и очаровательная Гламазонка. И каждый обладает своими уникальными способностями. Победи злого доктора Демоникова и его легион из постоянно поступающих в продаже игрушек. Выполняй миссии, сражайся с боссами, защищай холодильник и очисть нечисть под кроватью во что бы это ни стало. Соскучился за покемонами? Тогда рад сообщить о выходе Mino Monsters 2 Evolution, являющимся одним из лучших наследников идеи. Больше сотни уникальных монстров ждут, пока ты их соберешь. Выполняй задания, побеждай в сражениях и открывай новые формы питомцев. Сражайся с реальными бойцами и стань чемпионом мира. Тебя ждут сотни уровней, десятки миров и великолепная анимация. Heroes Reborn Enigma — это невероятная экшен-головоломка, основанная на новом сериале про героев. Протагонистом игры является девочка по имени Далия, которая обладает телекинезом и осваивает способности управлять временем. Девочку с силой разлучили с сестрой и заставили принимать участие в экспериментах и исследованиях в лаборатории, из которой тебе и предстоит сбежать, решая сложные головоломки на пути. Тебя ждет захватывающий сюжет, крутая графика и интересный геймплей. А на сегодня это все. Ставь лайк, подписывайся на канал и качай игры с нашего сайта бесплатно. И не забывай про предыдущие ролики. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Увидимся!